Здравствуйте, выпуск новостей на телеканале «Мир» в студии Инга Лайзен. В эфире новости Содружества. В студии Александра Буратаева. И вначале коротко о главном. Считает часы до освобождения. Верховный суд пересмотрел дело Платона Лебедева. Украина. Переговоры с президентом. Протестующие силовики согласились на временное перемирие. Семена мака под запретом. В Беларуси с 1 февраля введут ограничения на продажу. В Москве 16 часов. Информационная служба «Мир-24» продолжает свою работу. Екатерина Тарасова в студии. Здравствуйте.